изначально созданы для сурового климата и отличаются высочайшим качеством. Пуховики на натуральном горячем пуху. Гордость Финляндии – скандинавская морка. Куртки из мягчайшей телячьей кожи. Девушка, а гарантия есть на нее? Конечно. А сколько гарантия? Год. Да, то есть можно будет вернуть? Да, официальный сайт у нас. Подожди. Официальный сайт? Да ты смылся отсюда. Так я пусть приезжаем каждый раз. Когда? Елей, куда приезжать? Да. И что, я хочу сказать, найдешь себя? Конечно. Смотри. Не, сейчас на QR-кодах же все делают. Нет, я, во-первых, хотел знать, говорю, время. Не, на если на ничего нету, покажи. Ну, просто наклейки не самой. Да нет, у тебя телефон есть с собой? Отсканируй QR-код. Куда? Вам пока. Здесь нет QR-кода. Нет QR-кода. А гарантия на кого выдается? Ну, вот я куплю товар. Вот девушка сказала, мы тут каждый месяц приезжаем, то есть вы, соответственно, уезжаете. Угу. Товар не подошел, ненадлежащего качества, соответственно, потом куда там, как дальше будет. Ну, не подошел товар. Хотим вернуть. Ну как, сюда вот к нам приходите и все. Так вы завтра-позавтра едете? Ну, здесь часто бываем. Часто как? Ну, периодичность именно, знаете, вот ну, нас... гарантия, там должна быть гарантия. То есть должен знать, что я товар верну. Вот. Поэтому куда обращаться, понимаете, куда до обращаться? До 2 месяцев примерно. А, до 2 месяцев? До 2 месяца. Гарантия. Обращаемся. Гарантия. Ну, то, что мы здесь до 2 месяца точно были. А гарантия насколько дается? Ну, вот как раз-таки до следующего нашего приезда. А, девушка стала на год. Ну, понятно. Это уж маркетинговый ход. А, маркетинговый ход, понятно. Данил, а давай мы наберем в Потреб-рынок. Позвони, пожалуйста, в Потреб-рынок начальнику. Начальнику, скажи, если что, адрес. Если выезжают, если что, вдруг. Если нужно, то сделаем. Да не, ребят, у нас вот к вам конкретно вообще никаких вопросов нет. Вопрос к нам по товару. Потому что мы видим, что к вам заходят пожилые люди. У вас на самом деле аудитория, ваш круг лиц, это пожилые. 76. Скажи, финская ярмарка. Нет ни потребительских, соответственно, уголка никакого нет. Я куплю Гуччи где-нибудь там в Москве, да? Я могу вернуть тебе товар. А, ну, это да. Ну вы понимаете, вы уехали, приехали, а вот сейчас бабушка не пожалеет свою там 3 отложенных пенсии, она возьмет сейчас просто-напросто и купит у вас курточку за 14 тысяч. А на самом деле потом бабушка не подойдет, она пожалеет, скажет, вот, ребят, хочу приехать, даже этикетку не оторвала, хочу вернуть. А все, а куда возвращать? Никого нет. Все, вы завтра уедете, послезавтра уедете. Вы будете продавать, это давно все пошло, и будете вы торговать. Но мы сделаем так, чтобы хотя бы на сегодняшний день, может, на завтрашний, к сожалению, как бы это грубо не звучало, людям дать понять, что смотри, ну, лучше нет. Смотри, маленький QR-код, читай информацию. Печально, да? Не товар, ладно, ничего. Я не вижу. Это уникальный код, который наносится на каждый товар, надлежащий обязательной маркировке. И здесь одежда и текстиль. Это является одеждой, верно? Ну, все правильно. Где QR-код? Опять же. Ну, честно, ну... Наклеили, видимо, еще? Не наклеили еще. Да, не успели, наверное. Почему он в продаже, этот товар? Естественно, идет. Просто висит, мы же его не продаем сейчас. Просто висит. Пошли. Илья, ты честно, вот не по-мужски даже поступаешь. Вы подходите. Ну, и ты, ну, смотри, сказал, что ты это... Мы туда сейчас зайдем. Скажи, пожалуйста, какой адрес они выбрали? Не бойся, я не кусаюсь. Кто его знает? Я вашу медицинскую справку не видел. Идите от меня, пожалуйста. Ну, отойди. Хотя бы на тараке. У нас даже уже, знаешь, красиво не только со стороны закрыто. Красиво, у тебя не обманывают.